Вышло постановление об обязательной вакцинации лиц старше 60 лет. Слышали о таком? Что думаете? Ну, думаю, что нужно вакцинироваться. Ну, так правильно. Я уже 2 раза укололся. Вот послезавтра пойду на ревакцинацию. Ты же себя чувствуешь уверенно и спишь спокойно. Уже провакцинировались. Да. Призываю всех вакцинироваться. Ну, я считаю, правильно надо вакцинироваться, чтобы не болеть. А что я могу думать? Я возражаю против незаконно и прочее. А как еще? У меня вот мама, тетя, даже с астмой сделала, и нормально все. Все нормально себя чувствуют, хорошо. Так нужно делать. Потому что я в марте прививался, сейчас вот 2-й раз привил, сейчас очередь занял. Жену отвезу и обратно приду прививаться. А как чувствуете себя после прививки? Нормально. Работаю на севере. А там обязательно не проедешь. И тесты делаем, ну все. Ну, люди с советской закалкой привыкли, наверное, вакцинироваться. Не знаю даже, как сказать. И да, положительно, и отрицательно, как к этому относитесь? Наверное, отрицательно. А я и не лечусь, в больницу не хожу. Я с Сибири маленько закаленная. Не делайте друг другу гадостей, а сейте семена любви, добра и радости.